Сегодня вопрос дня звучит так. Что вы думаете о переименовании Волгограда в Сталинград? Я считаю, не стоит ее переименовывать. Это вообще незачем. Зачем это нужно? Для чего? Для того, чтобы что-то кому-то доказать, мне кажется, от этого город не изменится сам по себе. Мне кажется, против. Волгоград есть Волгоград. Не надо этого делать. Мы уже, наше поколение, уже привыкли к этому. И как бы какая-то боль была, может, у кого-то улеглась. Вроде бы это и наша история, но с другой стороны, это связано со многими, как бы, возможными, проблемами, перехода от одного к названию к другому. Поэтому однозначно на этот вопрос ответить, наверное, невозможно. Если с исторической точки зрения, лучше, конечно, как было оставить Сталинград. Темы памяти, Сталинградская битва все-таки, в памяти народное великое сражение. Если возвращение к старому, наверное, все-таки это неплохо. Это память, это святое, надо чтить. Столько пало жертв. Может быть, историю чтить, но как бы мы привыкли уже к Волгограду. Смысла в этом нету. Что он был, то оно и будет. Как раньше был Сталинград, переименовали, сейчас обратно хотят. Зачем? На самом деле, даже это переименование, которое состоялось ранее, оно было лишним. С одной стороны, никто не знает про битву под Волгоградом. Все знают битву под Сталинградом. Но если взять как Сталина, некоторые считают, что диктатором и сколько людей погубил, правильно, по истории. А с одной стороны, можно считать, что он войну выиграл. Так что получается ни туда, ни сюда. Мне не нравится это название. Мне сам Сталин не нравится. Его реформа. У меня папа репрессированный в сталинские времена был. Категорически против. Уже мы теперь знаем, что такое сталинизм, что он сделал для страны. Даже в моих поколениях, есть пострадавшие за это дело. Связано с именем Сталина, это неприятно. А то, что раньше защитники защищали именно Сталинград, наверное, в связи с этим возникло. Я считаю, что, наверное, не нужно переименовывать. То, что делают наши власти, не пользуется у нашего народа популярностью. И хотя бы тем мнимым величием они стараются отвлечь от нашего настоящего. Вот их призывают нас гордиться прошлым. А гордиться, собственно, нечем. То, что делали поколения, вот они, мы что имеем сейчас в нашей стране. Вот и все. Без понятия, для чего они вообще что делают, если честно. Так особого я не думаю, что там какой-то прям принципиальный есть смысл, переименовывать города. Может быть, авторитет себе таким образом зарабатывает. У меня такое мнение.